Друзья, мы очень не любим делать такие материалы или тем более хайповать на них, потому что это в первую очередь человеческая трагедия. Однако они есть, и их озвучили ведущие украинские и западные СМИ, а также прокомментировало военное командование, поэтому не обессудьте. У нас нашлось видео с этим пилотом, когда он еще проходил обучение на датских F-16. Но насколько корректно даже в маске его сейчас демонстрировать, напишите нам. Бы у нас из-за неожиданности и шока не хватает соображалки, так что если что, то мы можем позже видео удалить или переделать. Увы, в Украине во время воздушного боя 26 августа был уничтожен истребитель F-16. Это произошло не из-за удара армии РФ. Возможно, это была неисправность самолета или ошибка пилота. Об этом в комментарии Reuters сообщил представитель Министерства обороны США, а позже подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По словам чиновника Пентагона, авария произошла не в результате атаки РФ. Что стало причиной инцидента, ошибка пилота или механическая неисправность, еще будут выяснять. Генштаб утверждает, что во время воздушного боя 26 августа самолеты F-16 сбили 4 крылатых ракеты РФ. Во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, а летчик погиб, отметило высшее военное командование. Минобороны Украины создала специальную комиссию, которая должна выяснить причины крушения самолета, и сейчас она работает вместе падения F-16. И вот совсем недавно появилась информация, что, защищая небо Украины от ракетно-авиационного удара РФ, погиб героический летчик воздушных сил вооруженных сил Украины Алексей Месьмунфиш. Об этом сообщают воздушные силы ВС Украины. Также СМИ сообщают, что во время атаки 26 августа на своем F-16 сбил 3 вражеские крылатые ракеты, а также один дрон «Камикадзе».